Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я вам покажу небольшие покупочки из Фикспрайса. Так, зашли за самым нужным. Вот. Вот такую соль взяли для ванны. Натуральная. Я вот не знаю, чем она отличается. Еще зелененькая какая-то есть. Она простая, без всяких добавок. Вот такая вот крупная. И здесь, наверное, 1 килограмм должен быть, я так думаю. Почему-то думала, что полкило. Кило 100 даже. Ну, хорошо, кстати говоря. Стоила она, по-моему... Я тут баллы списала как раз. 55 рублей, наверное, стоило. Очень выгодно покупать в Фикспрайсе. Я думала, что они уже пропали, эти соли, из продажи. Но нет. Так, из съестного сразу покажу, чтобы убрать тут. Взяла вот такие вот пряники ананасовое кольцо, уже что-то 100 лет не брала, прям захотелось они. Не знаю, как сейчас, раньше, когда только начинались, по-моему, с цукатами они были. Ну, сейчас, ну, если в одном прянике там один цукат попадется, ну, так вообще, наверное, ароматизатор просто ананасовый, ну, вкусные все равно. 55 рублей за 400 грамм. Ну, они, кстати, продаются и в обычных магазинах, не только в Фикспрайсе. Просто вот вспомнила и взяла. Так, также сделали 3 батончика. Опять почему-то только ванильные были. Протеиновые вот эти вот. Кстати, как не подорожали они. Хоть, не знаю, тут, в общем, непонятно. Так, также взяла влажные салфетки. Вот такие вот автомобильные. Я взяла... Ну, свеженькие, потому что у нас с того года тут, конечно, очень много. Я бы вот отполовинила бы с радостью. Забрала зимой из машины. Но они такие уже вот полусухие. Дома пыль, в общем, вытираю. Классно вот именно, что за мебелью там ухаживать. Или вот действительно панель, да, там протереть от пыли в машине. Классные салфетки, не оставляют никаких разводов. И вот дома мне нравится, прям я даже ноутбук протираю, никаких разводов. Вот если тряпкой вытереть, там даже с каким-то там средством, все равно потом высыхает, и остаются вот это вот пылинки, ворсинки. А после этих салфеток все идеально чисто. Вот взяла свеженькие. Те буду дома добивать, а эти в машину положу на новый сезон, так сказать. Так, и взяла еще вот такие вот антибактериальные, тоже мне нравятся. Пользуюсь иногда. Потом взяла ватные диски КТ. Все-таки эти диски намного лучше, чем Аура. Тут раз хотела сэкономить. Ну, у меня вообще этот месяц проходит под девизом «Скупой платит дважды», потому что все, на чем я пыталась сэкономить, оказалось на букву Г, поэтому... Я решила, что больше я не буду жадничать и буду покупать лучше то, к чему привыкла, то, что мне нравится. Ну, что ж поделать, если что-то дорожает, мы на это повлиять не можем. Вот эти диски 55 рублей стоили, они хотя бы поплотнее такие, не разлазятся. Вот Аура вообще, конечно, очень тоненькие, у них расход большой получается, и поэтому... Куда бы их построить. И быстрее расходуются, в общем. Так, потом взяла 2 пары носок. Таких вот коротких. Это мужские носки. Ну, вроде ничего так. Здесь даже какой-то этот сделан. Смотрите, как. Носки даже не посмотрела. Там не разберешься в ценниках, какие сколько стоят. Но, надеюсь, не 99 рублей. Нет, наверное, по 55. Ну, хорошо. Так, и вот увидела я, наконец-то привезли вот эти вот. Я даже не ожидала, что они такие малюсенькие будут. Вы посмотрите. Так вроде в обзорах смотришь, кажется, что большая банка. Но на самом деле. Ну, тут 50 миллилитров для лица. С авокадо, по-моему, крем был питательный. Я хотела именно маску, потому что кремы мне не нужны. Кокосовая маска для лица, омолаживающая, омега-3,6,9, плюс пребиотики. Свежее кокосовое молоко, масло какао. Пока открывать не буду, я не знаю. Следующую я поставлю в использование или чуть-чуть постоит. От фитокосметик. Вот это вот новая линеечка. И, наконец-то, я нашла
кокосовую маску для волос ламинирующую. Я уже взяла с оливкой, с какао, и вот эту вот хотела. Но они там, знаете, вот на самую верхнюю полку составили все. Много-много-много-много. И вот это стояло прямо на самой-самой верхушке. Я расстроилась, потом увидела продавца, парня попросила, говорю, достань мне, говорю, вот тут вот, с самого верха. Он подпрыгнул и достал. 180 миллилитров здесь. Тоже прикольно они сделали вот так вот, что открывать. Так, сколько здесь после вскрытия? 1 месяц. Ну да, за месяц я, наверное, успею ее использовать, в принципе. Это реально. Ну, довольна, что наконец-то купила. Маска, по-моему, 77 стоила, а вот эта штучка для лица, маска 55. Так, ну все, в принципе, да, вот с фикс прайса. У меня тут баллы были списаны, потому что 2 раза были большие покупки. И вот когда так вот чуть-чуть по мелочам надо что-то прикупить, я списываю баллы. Потому что когда на 2000 там, или на 1000 покупка, жалко как-то баллы тратить. Лучше уж начислять. Да, маска для волос, наверное, 77, а для лица 55. Салфетки, по-моему, 18 рублей. Так, и еще несколько покупочек из других магазинов. Попала я недавно в Литуаль. Вызывали там, в общем, на допрос в налоговую с работы нас, и надо было в центр ехать. Очень не хотелось, но потом я вспомнила, что там Литуаль есть, и думаю, ладно, хоть как-то себя развеселить, думаю, чтобы поездка была не негативной, а позитивной. Но зайдя в этот магазин, если честно, расстроилась еще больше, увидев цены. В общем, хотела я купить из Dolce Milk что-нибудь и Yummy Skincare, вот этот Лорен косметик. Ну, в общем, что я купила? Во-первых, я еще не видела, думаю, какое же новое оформление у Dolce Milk. Вот в виде вот таких вот, ну, как бы молочных пакетов, да, и гели для душа такие. Я взяла жидкое мыло. Почему? Потому что стоило почти на 100 рублей дешевле. Гель для душа в таком же объеме стоил 300 рублей, жидкое мыло стоило 219. В принципе, ароматы те же самые. Единственное, я вот хотела с дыней, но с дыней именно жидкого мыла не было. Ну, не стала я брать гель для душа. А, кстати, побольше объем, там сколько, 460 или 500 у них миллилитров, не помню, стоил 350 или 360 рублей. Ну, как бы выгоднее было, конечно, большой гель взять. Ну, гелей и так полно. Ну, в принципе, я вот этот вот это мыло буду использовать как гель для душа, хотя мне и неудобно с дозатором. Ну, как мыло мне жалко, например, использовать. Я, кстати, думала, что ананас это лимитка. Ой, очень вкусно пахнет. Летом, а может и не летом. Ну, в общем, буду пользоваться как гелем для душа им. Все равно такой красивый, позитивный. И вот от Yami Skincare я, в принципе, хотела вот этот вот тоник повторить. Мне как-то дарили. Мне он очень понравился. Мягкий такой, приятный. И хотела я еще пенку для умывания, тоже такую маленькую, но не было. Там что-то вообще как-то жиденько было. Ой, как оно вкусно пахнет рафаэлками. Просто прелесть. Сладенькими кокосиками. Вот. Стоило 170 рублей тоже. Вот представляете, вот за две вот эти покупки я почти 400 рублей отдала. Не стала я там ничего набирать. Не знаю, я не для меня этот магазин. Девчонки там, продавцы, рекламировали дезодоранты. Вот эти вот Ями там были по акции. Что-то 70, что ли, процентов скидка. Ну, я, по-моему, слышала на них не очень хорошие отзывы. Ну и вообще как-то, не знаю, я дезодоранты больше люблю там стандартные, там Нивея, Фа и так далее. Не стала я покупать. Почему-то мне кажется, что они бестолковые будут. Вот. Ну, а так больше ничего. Ну, вот, кстати, вот у Ями тоже, видать, они обновили дизайн. Такие гели красивые стояли для душа. Вообще вот яркие такие, все вот с блестками, там перламутровые. Конечно, очень красивые, но ценник там тоже был на 300 с чем-то рублей. Я не стала брать, не знаю, мне жалко денег. Пусть оно хоть какое будет красивое, но гелей для душа полным-полно, по 300 рублей. Нет, спасибо. Так, и вот у нас сейчас белорусский магазин был такой,
Ну, был с отдельным входом. В общем, мне как-то было лень туда всегда заходить. А потом, видать, их оттуда выгнали или как, я не знаю. Переехали они в сам магазин. Ну, просто продуктовый магазин, где всякие разные отделы. Ну, я даже и рада. Потому что, идя за хлебом, там каждый раз что-то там присмотришь и вообще как-то мимо проходишь все время, на что-то обратишь внимание. В общем, видела тоже у девчонок в обзорах вот такие вот маски шипучки, увлажняющие, и, по-моему, еще какая-то очищающая, что ли, была. Я взяла вот такую вот увлажняющую от Витекс. Здесь две сашетки. Витаминная бомба. Две штуки по 7 миллилитров. Стоила она, по-моему... Блин, я, наверное, выбросила уже чек. Рублей 47, что ли. Вот, хочу уже попробовать. Уже сегодня хочу попробовать, поэтому... А, собственно говоря, пошла я за тенями. От Люкс Визаж. Мне понравились тени. 215, по-моему, рублей или 219. У нас в магазине... Что-то не давал мне никак покоя вот этот вот оттенок хаки, 15-й оттенок. Смотрите, один раз я вчера ими накрасилась, и какой расход. Они больше, мне кажется, в какое-то в золото отдают, чем зеленцой, какие-то коричнево-золотистые. Ну, такой хаки оттенок. Хоть у меня ничего такого подходящего из одежды нет, таких цветов. Ну, вот я вчера накрасила. В принципе, оно и соло хорошо так смотрится. Не надо ничем поддерживать этот цвет. Понравились мне эти тенюшки. Может быть, еще какие-нибудь прикуплю. Вот именно потемнее оттенок, потому что они все какие-то такие беженькие, розовенькие. Вот. Хорошо они держатся. Смываются просто водой. Вот легко. Не сказала бы, что стойкие, ну и в принципе вот целый день проходила, не скатываются ничего. Если только водой не намочить, в принципе они никуда не денутся. Хорошие. Не давала мне почему-то покоя. Зеленые тени очень захотелось. Непонятно почему тоже, хотя я к этому цвету как-то ровно отношусь. Не знаю, лето, наверное, весна с летом так влияет. Ну вот такие вот были небольшие покупочки у меня. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч. Пока-пока.